уместно ли предлагать тебе помощь? Вань, давай я подержу дверь, давай я тебе помогу. Насколько это приемлемо, насколько это может быть оскорбительно? Приемлемо спросить, неприемлемо навязывать. А где грань? Грань в активном действии. Вань, тебе помочь? Или Ваня, давай я тебе помою пол. А ты можешь послать человека вместе с его помощью? Ну. Можешь?